Всем привет, с вами Брайан, и это третья часть первого выпуска архитектуры, и мы продолжаем. На этот раз я буду доделывать, то есть не доделывать, а уже строить двор для этого дома. И да, если сейчас вы слышите шипение в микрофоне, то извините, у меня микрофон за 100 рублей. Ну, может быть, я скоро обновлю его, и, в общем, будет круто. Вот. И мы теперь, то есть я сейчас покажу, как буду я строить двор для этого дома. А двор будет выглядеть таким образом. Вот такой двор будет. Это как бы забор. Но я тут еще, правда, вход не сделал, ну ладно. Это тут бассейн. Тут как бы такие, ну, чтобы загорать. Вон солнце как раз. Это как бы гриль, тут столики с сиденьями, тут просто подсветка. Тут, вот тут я хотела изначально сделать потайной ход, ну, то есть тут рычаг, нажимаешь, тут прям открывается, но потом решил не делать. Зачем? Ну, если хотите, сделайте, если умеете, а я не буду. Вот, и сейчас я покажу, как вам сделать то же самое, что и у меня. Ну, для начала я сделаю, наверное, вход сейчас. Вход и сделаю вот так. Вход и сделаю как-нибудь. Ну да, вот так просто заходишь, все. В общем, начинаем мы, не знаю. Наверное, мы начнем строить забор. Откуда же мы начнем строить забор? Ну, в общем, отчитываем. Сейчас скажу как. Отчитываем от вот этого маленького. От прихожей, короче. Вот, от угла прихожей отсчитываем. Раз, два, три, четыре. То есть. Ну, вот тут. Вот это, где факел стоит, это 4. Где кресло 5. Потом это 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Вот, вот. И, в общем, 34. Это мы отчитали от вот этой. То есть, вот отсюда 4, и вот отсюда 34. И мы строим, берем вот такой песчаник 24 и листву 18. Вот. Сейчас возьму листву 18. Это та листва. Да, это та листва. И просто, ну, тут у меня дерево стоит. Я просто не стал делать песчаник. В общем, тут вы делаете вот так. Потом тут вы отсчитываете от этого 3 клетки и ставите, короче, тут 3 листвы. Раз, два и три. И снизу также. Вот. И потом еще столб. Но это начало такое, а потом идет по-другому. Потом идет столб, потом раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 листв. В общем, вот так вот. Столб, 6 листв, FPS. Столб, 6 листв, столб, 6 листв. Ну, тут у нас вход будет, поэтому... Ну, тут изначально тоже было 6 листв. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, просто я сломал. Так, FPS. Поганый. Вот. Вы так же делаете. Потом тут столб, потом еще 6. Еще столб. FPS. Еще 6. Столб. FPS. Да, блин, сейчас я перезапишу, подождите. Так, вот, все. Тут ставим столб, а потом идем в другую сторону, и опять же 6. 6, столб. Потом опять в другую сторону идем. Вот, 6, так, столб. Потом в другую сторону идем. 6, столб. Потом в другую сторону идем. 6. А тут я сделал 2 столба, потому что как бы вот тут для печки было вот так, чтобы из печенька. 6, 2 столба. 6 столб, потом поворачиваем. 6 столб, 6 столб, 6 столб,
А тут уже три столб. Дождь, уйди, уйди, уйди. Так, тут столб, да. Поворачиваем опять 6 столб, 6 столб, 6 столб, и вы должны сомкнуться с началом. Вот, это вы сделаете. Потом, дальше что мы начнем? Начнем из бассейна. Берем булыжник 4, и от вот этого столба, он у вас тут будет вот этот, от угла, и перед этим столбом, который стоит на угле, ну да, вот, и ставите тут еще один столб. То есть не ставите, а он у вас есть. Вот, от него отсчитываете раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть клеток, и вот отсчитали 6 клеток. И просто теперь делаете до вот этого столба. Вот, должна вот так получиться. Потом просто обводите это все. Так, FPS. Вот так обводите квадратом. Вот. Ну, вы поняли. И копайте в глубину. Сейчас скажу, вот если с булыжником считать, то раз, два, три, четыре, пять. Пять и шесть копайте. А на шестом просто берем светящийся камень. И вот у вас так должно получиться, если вы 6 покопаете. Потом просто ставьте светящиеся камни тут, заставляете, а потом мы берем бирюзовую шерсть и просто стенки. Вот у вас тут будет земля, все такое мы выломаете и ставите бирюзовую шерсть. И вот так у вас должно получиться. Потом заливаете водой, и все, и бассейн готов. Далее мы делаем как бы такие, ну, чтобы загорать, я не помню, как они называются, в общем, нам понадобятся ступеньки и деревянная плита, и ставим, в общем, просто так, плиту так, и получается вот такая штука. Вот ставите ее тут, как раз напротив воды, где начинается вода, и тут точно так же. Где начинается вода, но вы не поняли. Одну поставили, два блока, еще одну. Вот. Дальше. Дальше мы строим гриб. Вот от этого столба отсчитываем раз, два, три, четыре. Четыре, и тут поворачиваем, и тут ставим вот стульчик. Потом ставим, как сделать такой стол? Берем забор и нажимную плиту деревянную. Вот, делаем так. И наверх кладем вот так. И получается вот такой столик. Вот, ставим тут столик и тут еще одно кресло. Потом напротив этого кресла сюда ставим еще одно кресло, еще один столик и напротив кресла. А вот тут как раз у вас так, FPS. FPS! Спасибо. Вот. Вот тут у нас, где у вас как раз два столба. Вы прям под ними делаете две печки. Потом делаете тут. Прокапываете, делаете тут. Ну, светящиеся камни. Потом берем кирпич и просто вокруг этих печек вот такие два столба делаем. Тут берем факел и ставим до факела. Вот. Потом берем забор. Забор. Вот так. И тут так же делаем просто. Эй. Вот. Потом берем, где она там, вот, кирпичный полублок и просто вот так на эту ложим, потом уже по этой. И вот так должно получиться. Дальше делаем еще тут, еще одну как бы столик со стульями. Так, там ничего. И остался последний шаг, это как бы посидеть в тенике. Тут мы ставим просто обычные доски 5. Вот тут. Вообще, вот у вас пустое место, вы ставите тут кресло и тут кресло. А вон там в серединке ставите вот такую штуку. Ну, блок. И факел. И все, у вас должно такое получиться. У меня просто тут дерево. Я так решила сделать. Вы тоже можете посадить тут дерево и так же сделать. Ну, я думаю, все, на этом закончен наш первый выпуск уже наконец-то.
ждите следующего дома, возможно, даже не дома, это вы уже сами увидите, это будет сюрпризом. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, и всем удачи и пока!